Так, вы оба приняты на работу. Вы вообще хотите работать или вы по приколу сюда пришли? Вы меня затащили. Собственно, я вам предлагаю работать, ну, в любой момент, когда вы захотите, и делим 50 на 50. А, ну, сколько примерно? Что? Ну, блядь. Что? 50 на 50, и нам по 25 или как? Нихуя не понимаю. Как? Блядь, в смысле? Вот вы продаете, да? Ты продала две шляпы за 10 аров. Ты к себе в карман кладешь 5 аров. И мне в банке оставляешь 5 аров. Я думал, она продает 5 шляп. Я одну, и мы 6 делим пополам. Извините, что обосрал лучшую молодежную карту. Ну так вы готовы? Получается, кто меньше продаст. Да. Ну вы готовы вообще? Можно работать когда угодно, да, и без разницы. Да, да, да. Вот приходите, работаете, самое главное, оставляйте деньги. Так, давайте я вам расскажу про нашу коллекцию, да, сейчас. Пройдемте, пожалуйста. Пойдемте. А мне надо или все? Да, да, не, вы хотите работать, Мэш? Ну, я тогда сказал, я точно хочу работать. Ну, тогда пройдемте, мистер Мэш, вообще, вот. Так, смотрите. Мэш. Боксар. Да, нет, я Миш. Мэш умер, вы что? Миш. А где? А как вас зовут вообще? Ну, скажите, заставили, чтобы меня обрадовало. Да фигу. Я тоже не приняла. Как, блядь? Да похуй, как хочешь. Да похуй. Короче, смотрите, у нас сейчас зимняя коллекция продается. У нас есть утеплительные всякие шляпы. Вот они, смотрите. Это самые главные у нас шляпки. Вот это, ну, как бы бренд наш, да? То есть сразу здесь, ну, такие курительные приборы, такие, ну, это всем подходит. Это, здесь это утеплительные, утеплительные расскажу, наушники, маленькие наушники и шапка с наушниками тоже. Пройдемте еще. А вот это нормально, это пресекать? Что вот именно? Какую? Ну, если это или мешает это продажам, так, то да, пойдемте тянется сюда. Смотрите, это теплые шляпы, и вы можете предлагать другие цвета, у нас там есть другие разные цвета. И вы можете еще предлагать, это карнавальные, то есть под Новый год можно стать фурией, можно стать птичкой или киской. Собственно. Я тоже фурия. Ага, ну подходит, в принципе. Вы скажите, кто из... А, пойдемте в подсобку, я вам покажу подсобку. О, вот это вот. Здравствуйте, можно меня обслужить? Меня срочно. Заходите. Вот это вот, да, здравствуйте. Вам что? Я вам сейчас покажу, как работать. Да, здравствуйте. Мне срочно нужна любая шапка, чтобы скрыть мою уродскую прическу. Пожалуйста. Секундочку, любую. Пожалуйста. Вот это вам подойдет. С вас 5 аров. Не буч. Да, хорошо. Вот, сейчас, секунду, я вам положу еще подарок. Можете, вот, спасибо. Тоже... Спасибо. Сейчас, секундочку. Заходите сюда, это вот подсобочка наша. Алло. Так, закрываем. Наверх кладем денежки, себе забираем 50%, наверх кладем остальные денежки, да? Смотрите, вот это все наши шляпы представлены. Вот это, видите, мигаю, рождественский колпак. Да, это подарок. Это подарок к любой покупке. Вот, если подарок закончится резко в середине рабочего дня. Вы быстро, блядь, пишите мне, и я оформляю новые поставки. А если вас нет... У нас критические ситуации могут быть. Ну, понимаешь, поэтому вы классные продавцы. Вы просто как-то съезжаете. Ладно, вы съезжаете, реально. Вот смотрите, это примерно столько скажем, я заработал. Скажем, что это по годовому календарю Новый год закончился. Да, да. В принципе, нормально. Да. Да. Собственно, вот смотрите, это примерно вот столько я заработал. Наверное, вот возьмите себе как задаток по 15 аров, да, вот. Ну, что. Не, спасибо. А, ну нормально тогда. Мэш, ну вы возьмете, да? Бизнес. Если мы можем за нее взять. Ну, ладно, можете и за нее взять. Где? Ну вот, допустим. Ну, вот. Собственно, ну, если что, вы можете начинать уже, как бы, продажи. Запомнил. Ты свободная касса, свободная касса. Здравствуйте. Добрый день.
Сигарец, пожалуйста, сигарец. Но брать из подсобки. Какую новую вам сигарет? А это примерочная. Да-да-да. Не-не, выбрать. Какую вам сигарет? Ага, все, я понял. Положите, сейчас вам дам. Так, господа, магазин полная шляпа. Реально, ну, начинает жестко работать. Илюша, иди кушать полбананчика. Все, пацантре, бизнес есть. Слушайте, у меня, блядь, если вот... Если не встрались, ну, может, я не встрались на прочность, потому что у меня... Мне лень прочность 3 накладывать. У тебя есть прочность 3? Нет, прочность 3. Я книгу найти не могу. Ладно. Тимас, да, дай пошли. Чисто в качестве... А что здесь происходит? Мне пока не вернулось. Здесь воспитательный процесс. В смысле? Была задета самурайская честь. Я исправляю ситуацию. Ну ладно, хорошо. Ну нормально. Смотрите, так. Вот это. Какое... Это аристократическое, вот это. Вот я аристократ. Аристократическое. О, папа. А? Ты это ушел ваш папа? 15 лет назад, я с тобой не разговариваю. Я работаю, папочка. Значит, смотрите. Вот это. Да. Это, так скажем, если вы хотите играть, ты хоть стариной. Ну, так но скажем. Я не хочу еще. Посмотрите, выбежите. Я вас благодарю за но столь хороший магазин. Искры. Да. Ну, ага. Еще вы чисто, выбрали хорошую работу. Ага. Так, держите, вот вам подарочек, вот вам трубочка, давайте пара. Ну вот вам 6 о, на Новый год подарок давайте. Тоже. О, спасибо большое. Все, всего хорошего, ой, да, спасибо выпало, большое за трубочку. Да, спасибо вам большое за обслуживание. Да, всего хорошего. Здравствуйте. Хороший магазин, вообще говно полное. Все, я понял, все быстренько оформим, вообще со спидранием. Вот, держите. Вот, это бакалом. У меня, походу. С бакалом. Вот, пожалуйста, вам. Это бакалом. Слушайте, ну он, в принципе, у него реально хорошо получается. А ну-ка. Я понял. Блять, ну сюда звук будет доставать, но я вот подумал, а почему бы здесь реально не сделать магазин хуйни полной? Ну типа барахолку. Я сначала тут хотел сделать такой клуб для отдыха, но он может быть на третьем этаже. Мне просто кажется, что, ну реально, ну людям на СП, ну порой интереснее получить, нежели чем предмет, интересно получить какой-то контент, какое-то взаимодействие, да? И они готовы будут иногда даже за блок земли заплатить 100 каров, если это будет смешно и весело. То есть человек, ну, придет покупать контент, а не... как его? Ну, не предметы. Просто, ну, хламужник реально здесь делать. Спасибо! Не, это реально норм тема. Надо делать. Да, реально, какие-нибудь БУ-шмотки, ну, какой-нибудь хламужник реально можно. Вот тогда еще аж целых 6. Спасибо вам большое. Всего хорошего. Миш, привет. Подбери, пожалуйста, шапку под эту музыку. Ну что ж, сейчас поговорю. Так, я пробовал. Эта музыка настолько загадочна, прекрасна. Что вам подойдет? Вот это. Необычная, загадочная шляпа. Ничего себе. Да. Прикольно. Благодарю. Спасибо большое. Здорово, Мэш, брат. Да, конечно. Приходите купить арбу. Нет. Нападчик кончились. Нет. Нет, слушай. Только вчера были у нас их это. Ну, правительство забрало. Да нет. Я заплачу. Что вам там? С этого места поподробнее. Я готов принять ваш подарок за 5 евро. Есть какие-нибудь? Хорошо, я еще и заплачу. Конечно, дружочек, смотри. Вот в той стороне, вот в той стороне у нас ее. Если презерватов, то гондоны есть. Ну,
Ну, сейчас попробовать. Есть один. И шапку зимнюю мне тоже привлекательную. Есть. И сигару. Вот такой вас устроит, вот такой вас устроит. Что мне идет? Я думаю, вообще жесткий. Я думаю, это просто... Это греет уши в первую греет плечи. И плечи, это все греет. Подождите, что мне за арт подарили, блядь? Сейчас я заценю. Сейчас, секунду, а вдруг там какой-то запрещенный арт. Браво. Мне подарили какую-то NFT-коллекцию, пацан Трэнд. Вот это гляньте, просто вот это, какая-то NFT-коллекция, странно, типа, но я бы даже оставил, если честно. Ну, да, ну мне подарили еще и денег. Вот такое. Да-да-да, братанище, это то, что надо. Давай, 5 баров, и мы в расчете. Кирилл Бунч, Все, бизнес работает реально жестко. Место проходное, уважаемое, топовое. Все, на кайфе, на кайфе.